Неаполитанские песни, русские романсы, баритон Тимофей Баранов привез в Ульяновск богатый репертуар. Обладатель яркого тембра голоса начал свой творческий путь с местного музыкально-педагогического колледжа. Затем он окончил столичный институт имени Шнитке. Далее многочисленные гастроли и выступления в лучших оперных театрах Италии. 3 года я там пою, прошел кастинг, где было очень много конкурентов. И меня взяли, подошел мой тип голоса. И вот начиная с 2017 года, да, пел там в 13 операх. На протяжении 5 лет Тимофей не приезжал в Ульяновск. В этот раз певец вернулся на родину для того, чтобы блеснуть на сцене в компании Ульяновского оркестра народных инструментов. По мнению исполнителя, программа должна удивить и обрадовать публику, потому что в ней прозвучат известные и родные сердцу композиции. «Очи черные», «Живет моя отрада» и новогодние увертюры Александра Наюнкина. Лучшие образцы русского романса в сочетании с солнечными итальянскими зарисовками. Наша съемочная группа побывала на репетиции. Концерт состоится 11 января на сцене Ленинского мемориала. Виктория Чиркова, Данил Сурков. Новости Ул-Правды ТВ.